Бурятский республиканский педагогический колледж – кузница педагогических кадров Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Это именитое учебное заведение на протяжении 95 лет готовит учителей для всего нашего региона. Его история столь же богата, как и история всей Республики Бурятия, и неразрывно связана с ее судьбой и развитием. Ведь 2019 год в колледже ознаменован юбилейным. В течение года на всех факультетах проводятся открытые уроки, встречи с выпускниками и другие мероприятия. В 2002 году на базе колледжа было открыто отделение физической культуры, а в 2004 году отделение было реорганизовано в факультет физической культуры. Это самый молодой факультет. Мы его открывали в 2012 году. Совершенно не было никакой базы. Построили мы для них спортивный комплекс. Не было стадиона. Сегодня, конечно, сегодняшние выпускники услуги совершенно разные, другие. База очень неплохая, мы считаем. Ну, а тем, конечно, было немножко сложновато, тяжеловато. А с тем, что сегодня факультет физической культуры, это, конечно, он своего рода тоже визитная карточка нашего колледжа, поскольку здесь много ребят. А всегда это был девчачий колледж, да, всегда было очень много девочек. А с приходом мальчишек, конечно, и ситуация немного, я считаю, и в этическом, и в психологическом, и в педагогическом плане поменялась. Первый декан факультета, это Батуевцы Режам Торжевич, и открывали мы его с нашими корифеями, те, кто всю жизнь проработали в педагогическом колледже, это Зиновьев Валентин Иванович, Шишмарев Георгий Алексеевич. Это были первые преподаватели данного факультета, которые ставили основу факультета. Сегодня, конечно, гордимся мы теми ребятами, которые закончили, которые успешно работают в школах, работают в спортивных школах, занимаются тренерской работой. Ну и вообще неплохое у нас трудоустройство, конечно. Когда ребята приходят учиться в педагогический колледж, как отметила директор Светлана Цыдыповна Нимбуева, у всех одинаковые стартовые возможности, и каждый студент может раскрыть свои таланты и развить их. Проводится большая работа педагогами колледжа с каждым студентом. Преподаватели помогают им найти себя в будущей профессии и смело шагнуть во взрослую жизнь. Тот коллектив, который здесь работает во главе с деканом, факультет Людмилы Дешторжеевны во главе с заведующей кафедрой Александром Григорьевичем Покарским, преподавателями, которые работают здесь. В основном это наши бывшие выпускники, которые в разное время заканчивали колледж. Сегодня они успешные преподаватели. Вот, уметь раскрыть их талант. И, конечно, очень сильная сторона – это, конечно, методика и практика. То, что вот в условиях практики входит уже из первого. Очень много для них дают зимняя практика, летняя практика, когда в основном работают. Наших детей очень любят принимать в аптеке, особенно наших спортсменов, прямо заявки на персоналии делают, потому что они тоже любимые, добросовестные, исполнительные. Направленная и системная стажировка студентов в учреждениях образования, подростковых и спортивных клубах воспитывает устойчивый профессиональный интерес, помогает обеспечивать профессиональную мобильность выпускников. Некоторые студенты 4 курса уже работают учителями физкультуры в общеобразовательных школах, и в дальнейшем эти школы намерены принять их на постоянной основе. В 2018 году программа подготовки по специальности «Физическая культура» стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». О деятельности факультета, о специфике работы со студентами, любящими спорт и выбравшими будущие профессии учителя физкультуры, рассказывает декан факультета Людмила Дашидаржиевна Жалсанова. К нам, конечно, поступают уже дети, которые любят спорт, готовы заниматься спортом. И мы эти их данные развиваем. К нам приходит, значит, ребенок, который занимается волейболом, баскетболом или каким-то другим видом спорта. И наша задача – подготовить современного инновационного учителя физической культуры, который владеет всеми видами спорта. Роль учителя физической культуры в современной школе, как, впрочем, и во все времена, очень важна.
Здоровая нация – залог здорового настоящего и будущего поколений. Старшее поколение преподавателей колледжа на своем примере прививают любовь к своему делу будущих учителей. Один из опытнейших преподавателей старейшина педагогического колледжа, ветеран труда Валентин Иванович Зиновьев, после окончания Пермского педагогического института в 1963 году более 40 лет отдал любимому делу. Валентин Иванович рассказывает о работе, студентах и о своих коллегах. За мою педагогическую деятельность я выпустил несколько тысяч человек, учителей начальных классов, и выпустил хороших спортсменов. Моя воспитанница Позднякова, заслуженный мастер спорта, и многие другие были чемпионы республики и России. Я любил студентов и отдавал им все силы, знания, которые я имел. И они мне отвечали этим. Многие мои студенты, выпускники начальных классов, учителя, работали учителями физической культуры в сельских школах и успешно работали. Вот Попова моя, вот выпускница начального образования, закончил институт, педагогический институт Попова Лена. Работает преподаватель физкультуры в первой школе. Раньше, как если говорят, студенты и дети были намного стремленные познать знания. Как можно больше впитывали здесь у нас преподаватели. Коллектив был преподавателей всех математиков, всех русских языков, всех других этих предметов. Очень сильные. И наши выпускники славились по республике. Не только по республике, но и по России. Потому что коллектив был педагогически очень сильный. Как поделился своим главным секретом Валентин Иванович, главное в деле учителя – это любовь к детям. Учил предмету и любовь к детям. Если они детей не будут любить в начальных классах, с первого по четвертый класс, когда было, то это не учителя. И я им просил, прививал им эту любовь. Сам я детей любил и давал уроки им показательные в школах начать города Улан-Удэ. Как надо с детьми обращаться, как надо вести и как их уважать, таких маленьких подавателей, детей. Поэтому у меня благодарность отмечали наши выпускники, которые приезжали на встречу с душевным и теплотой, говорили, что спасибо, Валентин Иванович, что научил нас любить детей и научил своему предмету. Рассказывая о жизни Бурятского республиканского педагогического колледжа, особенно нужно отметить работу каждого преподавателя. Ведь именно они вкладывают всю теплоту своей души, передают свой опыт, накопленный десятилетиями. Большой и дружный коллектив изо дня в день ведет всестороннюю, кропотливую работу во всех направлениях учебно-воспитательного процесса. Средний возраст педагога в колледже – это 40-42 года. Молодые преподаватели успешно перенимают опыт у коллег старшего поколения, которые также трудятся вместе со своими учениками и продолжают благородное учительское дело. А руководство колледжа поддерживает свой педагогический коллектив всеми доступными способами. Такого, наверное, второго коллектива, какой у нас есть, наверное, нет. Очень работоспособный, очень творческий, очень ответственный наш коллектив. У нас большой коллектив, хороший коллектив. У нас традиции сохраняются, очень много молодежи. Вот даже вот одно то, что средний возраст коллектива 42 года, это тоже о многом говорит. У нас много людей пенсионного возраста. Я не люблю такого слова пенсионного возраста, но есть люди вот, ну, старшего, скажем, поколения, да, или совершенно молодые. Вот это вот эта взаимосвязь вот поколений, да, передача опыта, так скажем, да, и умений вот молодежи научить все то, что дает старшее поколение. Я думаю, вот это все создает атмосферу вот этого творчества, атмосферу добра. У нас каждый из преподавателей, конечно, очень по-доброму относится. Много ребят, вот, скажем так, ну, 30%, наверное, коллектив, это все в разное время закончившие. А на факультете физической культуры из
три преподавателя – это высшие выпускники. Это тоже многому говорит. Вот стараются, работают, встречаются, аттестуются. Ну, конечно, программы наставничества есть, программы. Как же без этого? Ну и пытаемся поддержать молодежь всякими разными способами. Но если молодежь не будет работать, мы тогда совсем неинтересны будем детям, студентам, если будем работать, скажем, люди только старшего возраста. Молодежь у нас много, я люблю молодежь. Мы пытаемся их поддерживать всеми способами. Роль учителя физической культуры огромная. Прежде всего, естественно, для его личного здоровья ребенка. Общеизвестно, что дети наши стали немножко слабоваты именно в физическом отношении. И современный учитель физической культуры, который отлично владеет всеми видами спорта, любящий детей, умеющий увлекать детей спортом, я считаю, он очень нужен нашей современной школе. С особенной гордостью учителя рассказывают о своих именитых студентах и выпускниках, которые прославляют не только свой колледж, но и республику и страну. Говоря о наших чемпионах, ну, в частности, мы все время говорим о нашей Кристине, о Елене Кабаковой, да? О Кристине Ткачёвой, сегодня учится на втором курсе, Юля Орехова, Зарихтоту. Ну, много у нас ребят, ярких ребят, да? Вот выбрали они наше учебное заведение. Конечно, пришли они со своими тренерами. Тренеры очень много, большую лепту внесли. Но мне очень нравится в них, что у них нет звездности. Что вот такой звездной болезни они... Ну, наверное, они это пришли... Атмосфера? Это атмосфера. Это они пришли сюда. И такой же студент, как весь, как и любой другой, да? Они также должны сдавать сессию, они также должны идти в школу. Они так... Они пытаются все это догнать. И вот в прошлый раз я смеялась с Кристиной, если ты будешь пропускать, мы, наверное, мы тебе оставим, чтобы студентка педколледжа была участницей Олимпийских игр. Она говорит, ну я же стараюсь, я не хочу. Но сейчас они на сборах, но в любом случае вот готовятся они к выпускному экзамену, к дипломную работу. Я знаю, что они действительно вот, ну, готовятся к этой своей тренерской. И в будущем, я думаю, что станут они хорошими. Об особенностях отбора абитуриентов на факультет физической культуры и спорта и работы со студентами за время их учебы рассказал преподаватель физической культуры Леонид Сиратов. Факультет физической культуры – это специфический факультет, где прием проводится на основе отбора по физической подготовленности. Сдают контрольные нормативы по определению уровня физической подготовленности. И по результатам вступительных экзаменов они проходят, зачисляются студенты колледжа. Конечно, физическое развитие, физическая подготовленность – совершенно разные вещи. И мы отбираем именно по уровню физической подготовленности. То есть по результатам вступительных экзаменов, по результатам тестирования. Куда включаются нормативы по легкой атлетике, плаванию, гимнастике, спортивным играм и по определению интеллектуальных способностей тестирования. Дети, которые учатся у нас, студенты, это для нас дети, мы относимся к ним так же, как к своим детям. То есть совершенно, они попадают в совершенно особую атмосферу, где проводится планомерная методическая работа по включению человека в общую социальную среду. Проводятся мероприятия, направленные на адаптацию студентов, первокурсников, в первую очередь, на включение его в общественную деятельность, общественно значимую деятельность. Воспитание патриотических моментов. Помимо всей учебной работы, то есть студенты постоянно заняты какими-то мероприятиями. Соответственно, все это отношение к студентам, которое выливается именно то, что мы понимаем, что это дети, даже 18 лет, даже выпускники, это для нас дети, дети чьих-то родителей. И студенты, наши воспитанники понимают это, и уже выпустившись, они понимают, что обучались в одном из лучших, именно педагогически учились, где отношение к ним было совершенно особое, отеческое отношение, они стараются привести сюда своих
младших братьев, сестер, уже отправляет совершенно, понимая, что делают правильный выбор, отправляет своих воспитанников. Вот именно благодаря тому, что сами прошли и поняли, какова значимость профессии педагога и какими должны быть педагоги. В дальнейшем они направляют своих детей, прекрасно понимая, что они делают правильные выборы. Находясь в стенах этого уникального учебного заведения, окунаешься в атмосферу теплоты, взаимного уважения и понимания между преподавателями и студентами. Преподаватели колледжа всегда готовы помочь в любых делах своим подопечным. Для них нет ничего невозможного, нет нерешаемых проблем. Нерешаемых проблем не бывает. Все, какие бы проблемы ни возникали у наших студентов, и бытовые, и по учебе, если куратор, классный руководитель и деканат в курсе всех моментов, то все эти вопросы сразу оперативно решаются. То есть наш студент не остается один на один со своими бытовыми проблемами, со своими какими-то там сложными жизненными условиями. Если это все у нас оперативно решается, то никаких вопросов не возникает. И студент, он практически 24 часа находится под опекой классных руководителей, которые в курсе всех событий, всех дел, и по учебе, и по ситуации в спорте, и оперативно на все реагируют. Но только благодаря вот данным условиям можно очень хорошо адаптировать и социализировать, допустим, студента-абитуриента. Но уже став пожилее, студенты уже научатся самостоятельно решать какие-то вопросы. А так в сложных ситуациях они всегда знают, что есть к кому обратиться, есть кто помощь окажет, любую помощь. У нас очень хорошая преемственность между выпусками, и они очень хорошо общаются не только среди своего потока, но и среди старших учеников. То есть они всегда понимание и поддержку находят среди старших учеников. Это выражается через кураторство, это получается через волонтерство, это получается через передачу знаний при проведении, допустим, таких соревнований, как соревнования по компетенции World Skills, где студенты старших курсов, пройдя вот систему подготовки, начинают уже оперативно обучать студентов младших курсов, совершенно поэтически передавая свой очень хороший накопленный опыт и знания, что в конечном итоге позволяет нашим студентам очень хорошо конкурировать со всеми образовательными учреждениями по всей России. Отдельно надо сказать о чемпионате World Skills Russia, в котором с 2016 года самое активное участие принимают студенты и преподаватели факультета. Мы обязательно участвуем совершенно в новом инновационном таком движении, всемирном движении, которое называется чемпионат World Skills. Я считаю, что современные информационно-коммуникационные компетенции, технологии должны очень помогать современным учителям физической культуры. Поэтому очень много внимания сегодня тоже уделяем именно этой компетенции. За 17 лет факультетом подготовлено более 500 учителей физической культуры, из которых 70% работают в учебных заведениях ДЮСШ. Выпускники факультета физической культуры – это перспективные спортсмены, победители и призеры международных, всероссийских, межрегиональных, зональных первенств и чемпионатов. Большинство студентов педагогического колледжа связывают свою жизнь с работой в школе. Я связала свою жизнь со спортом, и в дальнейшем я хочу тренировать детей, работать в школах. Я пойду работать в школу. Я хочу, чтобы у нас росло здоровое поколение, ну, как-то привлекать детей к физической культуре. Отпуская своих студентов во взрослую жизнь, преподаватели напутствуют самыми добрыми пожеланиями и всегда готовы поддержать в их становлении и делятся своим богатым опытом. Я всегда хочу, чтобы они по жизни стали успешными людьми, нашли самого себя, самое главное, верили в самого себя, ну и все время вот чувствовали себя, чувство счастья, чувство счастливости у них было в каждом их моменте. В юбилейный год родной колледж собирает в своих стенах выпускников и ветеранов. Атмосфера праздника чувствуется в настроениях студентов и преподавателей. А главную свою задачу коллектив Бурятского республиканского педагогического колледжа – это подготовка учителей высокого профессионального уровня для всей республики и других регионов – выполняет своим ежедневным и кропотливым трудом.